есть в Сирии. Ну и, надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим точку, окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии. Хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать, потому что проблем хватает с терроризмом и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению. Мы ее скоро... Можно будет сказать, что мы ее решили в самое ближайшее время. Вот. У нас сегодня прошли очень такие обстоятельные переговоры с президентом по всему аспекту. По всем аспектам, связанным с нормализацией ситуации, в том числе и со следующими шагами на политическом треке. Знаете, что послезавтра у нас трехсторонняя здесь встреча. Но хотел бы сказать, что без усилий вооруженных сил, без ваших усилий, без усилий ваших подчиненных, без их героизма, ничего бы не было и никаких невозможностей для продвижения политического процесса не было бы создано. Эти условия созданы благодаря вооруженным силам Российской Федерации. Ну, вместе с нашими сирийскими друзьями на поле боя. Вам отдельное спасибо. Только что мы пообщались с господином президентом Путиным, и я передал приветствие ему и в его лице всему российскому народу и благодарность за те усилия, которые приложила Россия для того, чтобы спасти нашу страну. И я особо отметил ту роль, которую сыграли вооруженные силы Российской Федерации, те жертвы, которые они принесли для достижения этой цели. И я очень рад был узнать, что все вы здесь сегодня находитесь вместе с нами, те люди, которые непосредственно принимали участие и командовали действиями российских вооруженных сил в Сирии. Два года назад, когда я встречался с президентом Путиным в Москве, боевые действия только начиналось. И за эти два года очевидны успехи, которые достигнуты были благодаря содействию военно-космических сил Российской Федерации и сирийской армии. Эти успехи в борьбе с терроризмом сейчас никто не может отрицать. И благодаря вашим действиям, также действиям сирийской армии и наших союзников, многие сирийцы смогли вернуться в свои дома. И сейчас, сегодня, от имени всего сирийского народа я выражаю вам свою признательность за то, что вы сделали. Мы этого не забудем. Также хочу поблагодарить лично президента Путина, господин Шойгу, господин Герасимов, за то, что они досконально принимали свое непосредственное участие в этой операции.